269-я, 41-я. Зноем август испепеляет, у высокого стана щекочет нервы. Наш пулемет стреляет. Юго-западнее 1 километр. У моста за речкой вздымается вверх земли кубометр. Танки, выстрел, опять осечка. 1022-й стрелковый. Залп давай поскорее! Танки! В рожке окровавленные лежат человеческие останки. Юго-восточнее, лейтенант! Донесение потеря. Вчера еще юный совсем курсант, сегодня уже в офицер. Нет имени, нет могилы. Здесь неизвестен герой. Московские ополченцы приняли первый, последний бой. Ежегодно на этом месте мы поздравляли ветеранов. Говорили им слова благодарности за то, что они подарили нам счастье жить под мирным небом. Но настал тот день, когда здесь нет фронтовиков и некому рассказать правду о событиях Великой Отечественной войны. Кто же поведает нашим внукам и правнукам о том, что было 75 лет назад? Это мы с вами. Это наши родители, дети, ученики, одноклассники, однокурсники, друзья, соседи, знакомые. Мы, последнее поколение, видевшее ветеранов, обязаны взять эту эстафету памяти и пронести ее через годы. Праздники – это своеобразные рубежи жизни. На них ориентируются, к ним готовятся. Их достаточно много, но есть один, самый важный и любимый для каждого жителя нашей страны. Это 9 мая. День Победы в самой страшной и кровопролитной войне за всю историю человечества, войне с фашизмом. 75 лет – это тот рубеж, который отделяет нас от тех страшных событий. О них мы знаем только по рассказам немногих оставшихся в живых участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, выживших узников концлагерей, из книг, фильмов. И это великое счастье – жить в мирное время. И пусть сегодня у нас нет возможности принять участие в юбилейных мероприятиях на улицах и площадях, от всей души я говорю: вечная память героям, почет и уважение ветеранам, мирного неба всем нам, ныне живущим. Я поздравляю всех и каждого с Великим Днем Победы. Дорогие жители страны, большие и маленькие, поздравляю вас с этим замечательнейшим праздником, Днем Победы. Пусть всегда над нами будет мирное небо, пусть всегда нас согревает ласковое солнце, пусть всегда будет мир. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, разлетаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. Собрался народ старый млад, на старые израненные.
наденьте ваши ордена. Герой Мурманска и Бреста, и в майский день страной советской опять становится страна. Отчизны доблестных солдат сплотило братство фронтовое. Греми, салют, орудия к бою, непокоренный Сталинград. Бессмертный полк шеренги в ряд, как и в далеком 45-м идут советские солдаты. Планета, принимай парад. Май по Москве течет рекой, и Минск весною дышит мирной. Бессмертный полк непобедимый, и каждый в том полку герой. Пробилась ранняя листва, укрыв смоленские землянки. Когда-то здесь пылали танки, в кумач окрасилась трава. Заплачет небо над Невой, дождь метроном в слезах блокада, не сломленного Ленинграда. Он призван охранять покой. Бессмертный полк шеренги в ряд, как и в далеком 45-м идут советские солдаты. Планета, принимай парад. Вдруг репродуктор затрещит, вселявший веру непрестанно. Знакомый голос Левитана нам о победе сообщит. Един народ, одна страна, в цветах георгиевской ленты, навечно ставшие легендой войны далекой имена. Остались в памяти они, непобедимые, живые. Новороссийский, Керчь и Киев не гасят вечные огни. Бессмертный полк шеренги в ряд, как и в далеком 45-м идут советские солдаты. Планета, принимай парад. Пусть и сейчас глядят на вас глазами полными надежды. Варшава, Вена с Будапештом, звучит повсюду русский вальс. Бессмертный полк шеренги в ряд, Одесса, Тула, Севастополь, идут спасители Европы. Планета, принимай парад. И боевой, и трудовой, не задушить победы пламя. Бессмертный полк навеки с нами, и каждый в том полку.